где-то правее нас прошел. А ты чё в панамке-то? А я какой-то выбрал. Ох, какие горочки удобные. Но они могут идти. Сейчас заляжем. Посмотрим, кого мы сможем выстрелить. Отсюда. О, шикарно, как на ладони. О. Даже еще ближе можно вон туда. Давай вон туда вперед. Где он? Там пока пусто. Это... Она летит слева. Нам же вот туда нужно. Да? Нам надо захватить. Там пусто. Мой теплодальномер ничего не показывает. Ни единой души. Это тоже тепло. А у меня ночной почему-то. Ну это баг, по ходу дела. После того прицела теплового стал таким же. Пойдем просто спустимся, посмотрим. Может они в домах сидят. Там, там этот Урал, по-моему, еще один стоит. А, да. Грузовик какой-то. Ой, и УАЗ едет по склону. Где? Вон впереди, приблизь. Он боевой, боевой, вижу. Да, так. Отсюда мы не попадем. Я с пулемета вполне. Давай вон поближе встанем. Там есть. Я вот сюда. Да я тут на горе лягу. Это патруль, наверное. Исчез. Нет, он заехал за деревья. Сейчас скажу. Ага, едет, едет он. Правее, правее, смотри. А, вижу, вижу, вижу. Если он будет стрелять, он реально может нас убить. Так. Он едет на нас. Я сейчас залягу. Там еще Урал стоит. Стреляем, да? Поехал. О. За где? Дом заехал. Да, он у меня. Ой. Самолет. Там Урал стоит. Да, а да, еще, он еще там один Урал. А еще знаю, посреди, знаю, знаю, посреди знаю. Города. Ой, я только еще ни разу не видел. И пикап еще стоит. Сначала нам нужен этот грузовик. Вывести строй с пулеметчиком. Ты пулеметчика убил или нет? Вроде да. А, он едет, едет. Вижу. Пулеметчик мертв. У тебя какой пулемет? МК-48. Почему он не взрывается? Прикрывай. По-моему, он труп. Да, он труп конкретно валяется на руле. Я больше никого не видел. Ну сейчас зайдем в город, посмотрим. По-моему, Талиб в окне. Каком, каком, где? Видишь здание, как такое двухэтажное, с аркой посередине. Вот смотри, вот где Урал стоит, синий, с кабин. А, вижу. Левее, там вот в левом крыле, а верхнее правое окно. Да, там точно люди двигаются. Так, я буду подходить, ты смотри. Ну-ка. Мы, в принципе, можем взять этот джип с пулеметом. Ты гражданских там не поубивайся. Так,
кто-то сдох. Я проверю. Вау! Что такое? Неужели не слышал? Нет. О, теперь слышу. Ой, и по мне, по мне. Это шмаляет. Ты что ли? Нет, это по мне шмаляют. Откуда? Всё. Откуда? Откуда? Перед тобой он сидит, как ты не слышишь его? Где? Ну, в 2 метрах от тебя. Судя по звукам, конечно. По мне стреляют. Он из бара-то стрелял. Отхожу назад. Ты меня можешь вылечить? Я валяюсь тут. Просто. А, да. По мне же. Откуда они появились? По мне еще начали то ли из М-ки, из калаша, стреляют. Там бар, это еще пулемет какой-то. Пулемет — это я стрелял. Вон они бегут. Толпа. Где? Где? К тебе поднимается 4-5 человек. А я бежал за угол. Вот смотри, они вот ровно. Вижу, вижу их, вижу. Сможешь убить их? Нет, все. Сняли. Давай, заново. Может, все-таки снайперку мне взять? Слишком легко. Ресупплай. Погнали. Сейчас не будем близко подъезжать. У тебя такие стройные ноги. Скажешь, что ли? Так, где эти говнюки? Направо езжай сейчас. Конкретно прямо. На гору. Из-за деревьев здесь ничего не видно. Куда ехать-то? Дети, гады. Там что, танк стоит, или мне кажется? На восток. Зенитка, смотри. Стой. Видишь ее? Я не вижу ничего, у меня обзор маленький очень. Зенитка стоит, реально. Так что, что делаем? Подъезжай немного вперед. Я пока не вижу этих гадов. Немного, стой. Там что-то движется. По-моему, это зенит как раз и работает. Эй, похеру. А нет, вылезли эти гады. Один готов. Стой, 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 стой. Не двигайся, он стоит. Еще один. Готовы. Зенитка обезврежена. Все. Теперь с этими разберемся, которые нас убили здесь. Не надо быстро гнать. Иди, гражданский. Где эти, блин, говняки?
убили нас и убежали. Вон он впереди. Стреляет откуда-то. Гони вперед, на полную, гони на полную. Еще метр 100 проедь и развернись. С горы еще стреляют. Ох, справа. Сзади он. Пока. Назад, назад, назад. Назад едь полностью. Там еще вертолет летит. Снайпер убил. Надеюсь, это наш вертолет. Проверь город впереди. Не видно. По колесам, блин, стреляют, колеса уже. Сейчас пробью скоро. Вижу. Они со всех сторон стреляют, я не успеваю поворачиваться на них. Стой. Вижу одного. Идем назад. Назад давай. Вижу, все, вижу. Колеса пробивают. Сейчас загоримся скоро. Нет, выходи. Выходи и укрытие вещи. О. Они на горе, я там троих убил. Залег, выходи. Выходи. Они не попадают. Попадают. Только по колесам. Кто в меня стреляет, не могу понять. Вертолет, но это этот. Вертолет сейчас высаживать, походу. Он не наш. Он нифига не наш. Сука, откуда ты стреляешь? Вон. Еще один готов. Еще один готов. Он возвращается. Там снайпер стреляет в меня. Все. Все. Ему френда. У меня патроны кончились. Бля. Выходи, прячься. Я сижу за этим. Давай я тебя прикрою. Не надо, подожди, смотри, где они там. Они издалека фигачат, них не видно. Я, наверное, никого не вижу. Я на горе, там только половину отряда убил. Остальные опа, спускались, опа. Это мое. Вижу одного. Впереди. Они за этим. Вон, впереди бегают за... Одного снял, по-моему. Понял, куда я стреляю? Ну-ка еще. За деревней гора. Ну да. Они еще там есть? Да. Вижу. Машина. Стреляй в этих. Непонятно, то ли он лег, то ли он умер. Я машину слышал. Ты забей на машину, стреляй, он в тех придурков, вон они ходят. Где? Я их отсюда плохо вижу. Маш, я хорошо вижу. А вот вижу, один ползет, уползает, ты не...
Вижу один за кустом. Ты давай на подавление, я буду вперед продвигаться. Он живой? Нет, по-моему, уже нет. Сейчас скажу. Он мертв. Так, мертв, мертв, мертв. Один ползет наверх, чуть левее от этого придурка. Метров 50. Прицел не видно его. Угу. Говорим на класна побрать. Ты ранен? Нет. А, кричишь у меня постоянно. А, ну может, да, у меня, наверное, что-нибудь типа... Вон он побежал, гад. Вроде лег. Мне, наверное, надо... Мёртв. Task complete, good job. Опять он ползет. Мы выполнили задание. Там один еще остался, гад, надо убить его. Это следующее задание уже. В гарморуд. Надо дальше добить их. Надо к тачкам возвращаться. Нам все равно по пути. Или там возьмем. Слушай, ты меня можешь вылечить? У меня почему-то что-то он реально орет все время. Сейчас все будет. Вон он, гад, ползает. Где? Там он спускается в город сейчас. Давай ко мне подходи сейчас, вылечу. Я тут. Так, вот он сейчас. Куда мне теперь летели? Он там. Я нифига. Это надо быть медиком. Так, сейчас идет зачистка. О-о-о! Урал едет. Где? На горе, чуть левее. Вон, видишь? Нет. А, вижу. Так, этот мертв, водитель один остался. Надо подходить, он пойдем ко мне вот этим впереди. О, у него базука. РПГ муха. Стрельни в этого. Урал. Вот над Уралом чувак ползет 20 метров. Отлично. Недолет. Да ладно. Я же вроде четко стрелял. На, чуть выше было, брать. Есть еще ракета? Нет. Убил наконец-то этого, да. Так, тут еще на дороге труп лежит. Надо глянуть. Значит, у него есть ракета. У него есть граната. И фаун. Стандартный набор. О, слушай, ползает, вон, солдат. Убили, молодцы. Там, по-моему, еще как минимум один чувак остался. Так, здесь, по-моему, все трупы на горе. Вертолет слышу опять. Что там с Уралом-то, я не понял. А, мужик мертвый. Что-то едет. Да-да. А, нет, это вон та машина работает. Мы на ней, может, уедем потом. Там есть водитель? Да нет, нету. Или вот на этом уедем? Не знаю. На том легче, он быстрее. А этот безопаснее, в нем что-то лежит.
О, подствольники. Но это все не наше оружие. О, кто-то едет. Проверю тачку. Да, тут рядом. Вон он едет на этом, не знаю. С пулеметом, короче. Где? Убил пулеметчика. О, УАЗик, что ли? Вон он, да. Сейчас добью. Не трать, не трать. Да ты чё, издеваешься? Еще мужик бежит. Мужика вали. Это убил водителя. Гражданский. Да? Да. Ладно, хрен с ним. В общем, можно сказать, что тут все чисто. Сейчас посчитаем, сколько нужно, чтобы взорвать небронированную машину и выстрелить из пулемета моего. Это... Подальше бы отошел еще. Да, я тоже что-то. Так. Полная лента, поехали. Сейчас загорится. Нет? Не хочет? Еще загорелось сколько? 37 патронов. Примерно, да? Примерно 30, 30, да, 30, грубо говоря. А тот боевой, так он вообще... Вот это я даже не знаю. Можно, сколько, кстати, в него стреляли, но он не загорался. Давай вот я тот отгоню, который обычный самый. Он все равно нам не пригодится. Опа, это что было? Кто? Ко мне, давай, ко мне. Не-не-не, он там где-то. На юг. Оттуда прилетело. Кто стрелял, не знаю, здесь кусты. Опа. Так, теперь стреляют с юго-востока. Опа. В тебя стреляют, укрытие иди. А вон он стоит. Где? Сука, он за холмиком там. А, там вижу, отряд, вижу. Несколько человек. Давай ебашь по ним. Один готов. Давай за руль. А нет, стой, не надо. Мы сейчас тут на месте делаем. Гениально. Они нашу базу атакуют. Куда пополз, говнюк? Ну-ка, стой, я прокачусь. Они еще живые. Один готов. Там они за холм двое забежали. Помни, ты не бессмертный. Относительно. О, один. Раздавишь? Двоих сбил. Один еще стреляет. Да, вот он, вот сейчас. Где ты, падла? Не вижу его. А вот вижу. Все, готов. Подвези меня. Нет, еще. Ой, у меня тачка не едет. Колесо тебе пробили заднее. Да, я вон уже он понял. Бегает. Вижу. Ой, ты в меня чуть не выстрелил.
Это, а, это ты? Где? Я убил его. А вот он пробежал. В кустах валяется, вот он. Все.